Перед самым началом как-то невольно глянул в зал, думаю, столько много мест пустых. И вспомнил, когда мы еще были молодежью, и однажды мы, живя в Украине, решили поехать в Крым на нескольких машинах посетить церкви, для того, чтобы ободрить. И в одну церковь мы приехали. На начало служения один человек пришел всего на все служение. Но мы провели программу, и эта душа плакала. Я не знаю, от чего плакала, от того, что другие не пришли, или, может быть, от того, что действительно коснулось сердца его. Важно, чтобы мы тогда, когда не посещаем дом молитвы, часто мы, бывает, пропускаем очень важное и ценное, то, что для нас приготовил Бог, и мы об этом даже не думаем. Мое желание сегодня остановить наше внимание на одном месте Священного Писания, порассуждать немного и помолиться. Евангелие от Луки, 16 глава. 16 глава Евангелия от Луки, с самого начала. «Сказал же и ученикам своим, один человек был богат, и имея управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управлением домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И призвав должников господина своего, каждого порзень, сказал первому, сколько ты должен господину моему». Давайте остановимся на этом месте и запомним эту фразу, сколько ты должен господину моему. Знаете, на всех предприятиях у хороших хозяев всегда ведется учет. Учет прихода и учет расхода. Делается всегда анализ. Приходит год к концу, в определенное время делается этот анализ. И смотрится, есть ли прибыль или пришло к убыток. Знаете, в духовной жизни каждый из нас подотчетен Богу. И апостол Павел к римлянам в 14 главе, 12 стихом, 14-12, послание к римлянам пишет, «Ибо каждый за себя даст отчет Богу». Ибо каждый за себя даст отчет Богу. Знаете, для отчета мы можем быть иногда предупреждены или застигнуты врасплох. Посмотрите, Моисей прожил и прошел перед Богом. И когда подошли к пределам обетованной земли, обещанной Богом, Бог говорит Моисею, твоя миссия закончилась. Взойди на гору, посмотри то, что ты можешь увидеть, но туда ты не войдешь, ты закончилась, и приложись к отцам своим и умри. Но тогда, когда нас врасплох, мы этого никто не хотим. А другой пример, человек, который имел власть, это Валтасар из книги пророка Даниила, мы читаем, да, который не научился ничему, зная об отце своем, Навуходоносоре, как провел его Бог. Знаете, и он настолько расслабился в своей жизни, да, что когда даже заставил привести сосуды храма Божия, пил из них, его наложницы, и все там на этом пиршестве, и вышла кисть руки на стене. И было написано, Даниил перевел ему то, что написано, «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Твоя жизнь закончилась. И в эту ночь написано о том, что этот Валтасар был убит, и царство разделилось. То есть мы можем быть предупреждены, чтобы для того, чтобы можно было что-то приготовить в своей жизни, а может быть нет. Может быть, не будет и доли секунды для того, чтобы нам что-то подумать. Некоторые знают свои дела. Некоторые знают о том, что их дела, может быть, не совсем хорошие, нет ясности. И люди, делающие различные махинации в жизни своей, они всегда боятся ревизии, чтобы не пришли тогда, когда они ждут, и не проверили, как ведется его дело.
Знаете, нам, каждому из нас, дан капитал. Дано что-то в то, что мы можем, то, что мы должны пользоваться. То есть с рождения самого человеку дано каждому определенное для того, чтобы он этим пользовался. И это может быть телесные ценности, это могут быть душевные ценности и духовные ценности. Мы понимаем, что к телесным ценностям Слово Божие говорит, вы храм Бога живого, вы храм Божий. Мы получили жизнь, получили потребное для нее, то есть мы в телесных своих обстоятельствах мы получаем благополучие от благословения Божьего, мы этим пользуемся. Нам дано время для того, чтобы распоряжаться этим, тем, что мы получили в свое использование, в свое пользование в жизни своей. Это телесные ценности, их очень много. Также мы понимаем, что мы получаем и душевные ценности. Это любовь друг к другу, любовь родителей к детям, от детей к родителям. Нам дана память, нам дана, знаете, разум, чувство. Все это, может быть, относится к нашим душевным ценностям, которые мы получили как свой, как капитал, которым мы должны пользоваться и правильно использовать это. Ну и духовные ценности. Знаете, любовь Божия, которая объемлет нас через Иисуса Христа и в Иисусе Христе. То, что нам дано Слово Его, которое мы воспринимаем как Слово Божье, для того, чтобы нам правильно регулировать своей жизнью, смотреть. Нам дан Дух Святой, который наставляет нас, который учит нас. Да? Нам дано спасение в Иисусе Христе. Как ценим мы всем этим? Вот это то, что нам дано в наше распоряжение, этот капитал. Как мы этим ценим и как мы используем это в своей жизни? Или, может быть, от времени вот эти листы, эти документы, они потрепались уже, истрепались? Это только мы знаем, только каждый из нас может проверить и дать этому оценку. И поэтому мы являемся задолжниками. Мы должники перед Богом, перед нашим государем, перед нашим отцом. И когда проверяем мы свою жизнь, или кто-то проверяет, да, то оно устанавливается, может быть, иногда не совсем приятно, не совсем хорошо, потому что небрежное наше отношение к храму, оно ведет к плохим последствиям, то есть к своему телу. Мы даже песню такую поем христианскую, «Твой храм опорочен», «Померк красотой, алтарь же Господень засыпан золой». Хотя мы сейчас, может быть, это не поем, об этом, эти песни. Но вот это небрежное отношение, может быть, оно и приводит, может, к каким-то последствиям плохим. Потом пренебрежительное отношение к Богу. Ну ладно, ничего страшного. Господь милостив, Он простит, Он помилует меня. И какое-то такое отношение халатное ко всему, да, это тоже говорит о том, что наш капитал, он под угрозой. Да, или, может быть, расточительность проявляемая, расход ценностей не по назначению. Как много людей, те, которые даже не думают о том, что они являются расточителями. Время дано, данные условия, дано благоприятные условия и жизнь, а человек не использует это. Он использует свое удовольствие в своих греховных наслаждениях, может быть, не задумываясь о том, что духовная сторона жизни его страдает. Мне бы хотелось сегодня не говорить о всех вещах, о душевных и о духовных. Мне просто хотелось одну сторону обратить наше внимание, это на материальную жизнь нашу. Потому что Господь нам дает все, и мы всем пользуемся. В Евангелии Марка, в 12 главе, 44 стихи, есть такая фраза: «Христос находится у сокровищницы Господней, у храма. Проходят люди, которые жертвуют, которые ложат определенную сумму. Кто-то, может быть, для того, чтобы показать, кто-то, может быть, еще при каких-то условиях. И он обращает внимание на бедную вдову, которая, написано 44 стих, положила все, что имела». Мы очень часто просим у Бога. Я думаю, что в нашей жизни большую частью мы употребляем эту фразу «Помоги, Господи, помилуй, дай, благослови в этом». Однако мы не всегда используем то, что уже имеем и то, что получили от Господа. Может быть, это по разным причинам. От того, что мы не можем использовать это правильно.
Может быть, мы не научились за в процессе жизни правильно поступать. Может быть, в этом проявляется какая-то ленность, а может даже и незнание. Посмотрите, сегодня очень много ресурсов. Мы можем открыть любую книгу, которая печатана. Мы можем надавить несколько кнопок, открыть интернет и найти очень много всякой информации о приготовлении вкусной пищи. Но представьте себе, что, зная эту информацию и зная все советы и рецепты, мы будем есть только cheese and crackers, сыр и сухари. Как это будет выглядеть? Поэтому сегодня мы можем видеть, сколько много различных растений растет. И мы можем просто ходить по этим травам и растениям, которые принесут нам пользу, если мы будем их использовать. Может быть, они будут намного медленнее действовать в жизни нашей, да, на наше здоровье, но они помогут нам. Но мы бежим в аптеку, покупаем дорогостоящие лекарства, которые, с одной стороны, нас лечат, а с другой стороны, мы получаем увечья. На сегодня очень много всяких различных приборов, вещей, которыми мы можем пользоваться для того, чтобы облегчить нашу жизнь. Но очень часто мы пользуемся просто одной лопатой и усложняем свою жизнь таким трудом. То есть Христос говорит, пускай в оборот то, что ты получил, чтобы ты не был должником. То малое, что мы получаем в употребление, пускать это нужно в оборот. Знаете, бедная вдова положила, написано, только две лепты. Она все, что имела, положила. И вот этим она обогатила Евангелие. Сегодня миллионы людей, когда читают это место, они открывают свои сердца для того, чтобы жертвовать, для того, чтобы благодарить Бога за то, что они имеют. А всего лишь две лепты. Она не положила десятую часть, она не положила одну лепту, которую она могла бы положить одну, она положила все, что она имела. Вопрос звучит ко мне и к тебе. Сколько ты должен господину? Потому что это вопрос. Тот, который неправильно вел управление домом, понимал, что под ним площадка горит. И он призывает тех, кому он давал, расточая имение господина своего, и говорит, сколько ты должен. Потому этот вопрос сегодня звучит каждому из нас. С духовной стороны, братья и сестры, с духовной стороны, да, наши долги оплачены, и они оплачены Христом. Нам прощено все. А вот с материальной, здесь нам Господь дает разум для того, чтобы мы правильно рассудили и правильно определили многие вещи. Сколько ты должен? К одному пастору в церкви, которая нуждалась в определенных средствах, подошла женщина во время сбора и подала чек ему на $50. Она спросила его, если эта сумма отображает достаточность. Пастор просто ответил, посмотрел на нее и сказал, если эта сумма – это твое состояние, то да. Эта женщина взяла этот чек на $50, отошла в сторону и принесла другой чек на 5000, задав тот же самый вопрос, что удовлетворяет ли или покроет ли нужды церковные эта сумма. И пастор сказал опять, если это отображает твою действительность и твою состоятельность, то да. Эта женщина забрала этот чек на $50 и ушла, показав вид, что она больше не вернется. Может быть, в нашей жизни нам очень трудно определиться, сколько я должен господину моему, какая сумма отображает мою действительность, мою состоятельность. Может, в чем-то я уже утратил какие-то ценности. Господь не требует от нас, чтобы мы отдали
и положили все, что имеем. Хотя мы понимаем, что для народа израильского была определена десятина, десятая часть. И народ знал об этом. Мы являемся привитой лозой на этом корне. Однажды, много лет назад, мне пришлось разговаривать с одной американской женщиной, христианкой, и у нас просто зашел разговор о десятине. Я спросил, как ты понимаешь? Она говорит, очень просто. Как? А так, написано, когда Христу пришли, искушая его, и показали, сказали, позволительно ли давать подать кесарю. Он говорит, покажите монету, которую вы платите. Чье изображение? Кесарева. Ну, так отдавайте кесарю кесарева, а Божье Богу. Я говорю, и как дальше? Ну, а так, говорит, то, что мы платим налоги кесарю, и мы платим таксы и прочее, все то, что нас требует, и если мы $1 не заплатили, который нас обложат налогами, и мы будем платить доллар и плюс еще остальное штрафы, а почему мы должны нарушать закон, который дает данный Богом? И поэтому Христос сказал, то, что Богу принадлежит, отдайте Богу. Это Божье. Сколько ты должен господину твоему? Я возвращаюсь к тому примеру. Та женщина, которая ушла, забрав чек на $50, она пришла и принесла другой чек на $50,000. Она уже не спрашивала пастора, покроет ли это нужду. Она сказала, пастор, я думаю, что эта сумма отображает мою действительность и мою состоятельность. Сегодня вопрос для тебя и для меня. В любой области нашей жизни. Сколько я должен? Я должник или нет? Пусть Господь благословит нас, потому что Господь говорит, испытайте меня. Во всем испытайте меня, и вы увидите благословение. Пусть имя Его будет прославлено и в этот час, чтобы мы могли правильно понять, и ответить на этот вопрос, сколько ты должен? Аминь. Помолимся, братья.